22 ноября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Хусейна Брахима Таху. Отметив важность участия генерального секретаря Хусейна Брахима Тахи в 5-й конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества, глава государства с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с ним. Президент Ильхам Алиев еще раз выразил признательность Организации исламского сотрудничества за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а государствам-членам организации за исламскую солидарность. Подчеркнув, что 2 месяца назад Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, глава государства заявил, что карабахский конфликт остался уже в истории. Отметив, что Азербайджан также всегда привержен принципу исламской солидарности, президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна поддерживает деятельность организации и продолжит вносить добровольные финансовые пожертвования в структуру. Подчеркнув также 4-летнее успешное председательство Азербайджана в движении неприсоединения, глава государства проинформировал о деятельности в рамках института в период председательства нашей страны. Отметив, что на днях в рамках председательства Азербайджана в движении неприсоединения в Баку были проведены представительные мероприятия, посвященные теме деколонизации, и наша страна оказывает поддержку данному процессу, президент Ильхам Алиев сказал, что государства-члены Организации исламского сотрудничества на протяжении истории также страдали от колониализма. Он подчеркнул важность сохранения этой темы в повестке дня организации. Выразив признательность за добрые слова, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества передал поздравления по случаю обеспечения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также проводимых в Карабахе восстановительных и строительных работ. Генеральный секретарь высоко оценил поддержку деятельности Организации исламского сотрудничества, добровольные финансовые пожертвования Азербайджана, подчеркнул их важность для организации. Хусейн Брахим Таха лично поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанный прием, регулярное проведение в Азербайджане мероприятий Организации исламского сотрудничества и финансовую поддержку со стороны нашего государства. На встрече было отмечено значение мероприятий, проводимых в Азербайджане в рамках Организации исламского сотрудничества, в том числе 5-й конференции министров труда стран-членов организации и создание в Баку Центра труда Организации исламского сотрудничества.